Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем такой шикарный кардиган. Узор шикарный, простейший, из одного ряда. Крючок у меня 3,5 миллиметра. Нитки вот такие вот, мерино голд, турецкая пряжа, это которая у меня была из обзора, девчонки. Называется она Merino Gold. В общем, я вам оставлю ссылку под видео в описании на эту пряжу. Вы посмотрите, если что, найдете в России, потому что там доставки в Россию нет. Но если хотите именно такой, то посмотрите под видео в описании. 30% тут мерино шерсть и 70% акрил. 400 метров в 100 граммах. То есть очень тонкое. Вот такое вот получается полотно красивое. Пряжа секционная, как видите. Поэтому по ссылочке перейдите, посмотрите, как называется, и в поисковик забейте и посмотрите. И найдите в России. Вот. Кто не из России, может заказать там. Там есть доставка. Я сейчас вам покажу узор. Сам кардиган у нас состоит из 6 прямоугольников. Для начала я покажу вам узор, как вяжется вот этот. Вот потом буду рассказывать о деталях. Набираем число петель кратное 4. 16 я набрала, то есть 4 раппорта у меня будет. Делаю одну воздушную петлю подъема и вяжу первый ряд столбиками без накида. Я другими нитками показываю, чтобы вам было понятно. Потому что цветными нитками потом оно очень смазывается в видео и непонятно. Здесь я просто, у меня лежит сам узор как образец. Так, вяжем до конца ряда столбиком без накида. Так, теперь поворачиваем работу. Первый ряд. Это только в начале вязания. Чтобы мы не начинали полочку, спинку, рукав, мы начинаем со столбиков без накида первый ряд. Далее 3 петли подъема. Делаем накид и в эту же петлю, из которой мы как бы начинали, вяжем 2 столбика с накидом. Это кромка наша. Далее 1, 2, 3 петли пропускаем. И с четвертой вывязываем столбик с накидом. 1 и еще 1. Делаем воздушную петлю. И снова из той же дырочки вывязываем 2 столбика с накидом. Вот и весь наш раппорт. Теперь снова 1, 2, 3. И с четвертой вывязываем то же самое. 4 столбика с накидом и между ними разделенных на 2. Вот 2 столбика с накидом, воздушная петля и еще 2 столбика с накидом. То есть 4 столбика с накидом и между ними воздушная петля, вот по 2 разделены. Снова далее 1, 2, 3. Из 4 делаем то же самое. Вот такие вот птички, галочки у нас, лапки. У нас получаются. Так, вот это наш узор, наш раппорт. Теперь в конце каждого ряда мы, то есть наш раппорт состоит из 12 петель, ой, из 4 петель. В конце вяжем 2 столбика с накидом в последнюю петлю, делаем воздушную петлю и еще один столбик с накидом, как бы кромочный. Теперь делаем 3 воздушные петли подъема, поворачиваем или повернули, потом сделали 3 петли подъема, накид, 2 столбика с накидом вот в эту дырочку. И далее то же самое. Далее мы вяжем уже в эту дырку между этими двумя столбиками с накидом, вот в эту воздушную петлю, которую мы делали. То есть уже не в петлю, а в эту дырочку. 2 столбика с накидом, воздушная петля. И еще раз 2 столбика с накидом. И так далее. Девчонки, вот весь наш узор. Вяжется очень просто. Воздушная петля. И еще 2 столбика с накидом. Накид. 2 столбика с накидом.
Вот, если вы заметили, я набирала, если вы помните, я набирала 16 петель. Так, и кромочка, смотрите, вот эта дырочка, где наши были 3 воздушные петли подъема, и эти 2 столбика с накидом. Значит, в эту дырочку мы вывязываем последние 2 столбика с накидом, воздушную петлю и еще один столбик как бы подъема. Вот весь наш раппорт. Набирали мы 16 петель, то есть у нас должно быть 4 раппорта: 1, 2, 3. Вот здесь вот половинка, как мы видим, и здесь половинка. То есть всего у нас их получается 4. То же самое у нас будет на всех наших деталях. Видите, вот она половинка. Вот такой вот у нас простой и красивый узор, девчонки. Далее начинаем вязание. Так, мои хорошие, теперь разберемся с нашими деталями основные. Самая основная, ой, тут 25 у меня раппортов. Самая основная деталь, вот она, спинка. Да, вот такой вот прямоугольник, шириной 55 сантиметров, это 25 раппортов. То есть, то, что я говорила, 25 раппортов умножить на 4 сантиметра, на 4 петли, это 100 петель я набирала. То есть из такого расчета. А вы смотрите, как у вас по плотности вязания получает. В общем, высчитывайте таким вот образом. Я вяжу на 44 размер, это 55 сантиметров у меня ширина. И 25 раппортов. Длина вот полочки мои, да, две полочки, 100 раппортов, 100 рядов. Это 110 сантиметров. Полочки в два раза как бы меньше, по 13 раппортов каждая, это по 28 сантиметров. То есть практически этот прямоугольник разделен напополам. Так, значит, 100 рядов, 110 сантиметров, тоже длина у нас здесь одинаковая, и два рукава. То есть 1, 2, 3 прямоугольника и 2 прямоугольника, это рукава. 33 сантиметра ширина, 15 раппортов, то есть 60 петель, и длина 50 раппортов, 50 рядов, 55 сантиметров. Вот такие вот детали мы подготавливаем для сборки. Далее еще у нас будет 6-я деталь, капюшон, ее мы дорисуем. Длину, девчонки, у меня 110 сантиметров, вы можете делать вот такой вот пиджачок, как бы кардиганчик коротенький, длинный. Я хочу вот такое типа летнее пальтишко, поэтому у меня такая длина. А вы корректируйте по тому, благо здесь можно длину корректировать. Длину рукава тоже корректируйте по своему размеру. Вот, и когда мы связали все детали, девчонки, мы начинаем сборку. Первым делом мы берем спинку, деталь спинки. Спинка, смотрим, чтобы был шов был там, где у нас вот этот ряд, которым мы начинали. И две полочки, вот так вот в стык, тоже из ряда, где мы начинали, где у нас один ряд столбиков. Вот так вот соединяем. И здесь вот практически в стык, потому что у нас половина. Вот, и пришиваем. Просто складываю пополам и сшивать буду просто иглой. Так, девчонки, вот смотрите, я сшила плечевые швы. Видите, здесь у меня получилось практически в стык. Вот оно. Так, теперь будем вязать наш шестой прямоугольник. Шестой прямоугольник — наш капюшон. От начала вот, вот этого стыка отсчитываем 15 наших раппортов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. И вот между 15 и 16 раппортом мы начинаем вязать. Вяжем нашим узором, ничего не меняем. Сначала я делаю 3 петли подъема. 1, 2, 3. И вывязываю половинку нашей птички. Так, и далее. Одну дырочку пропускаем и следующий вывязываем наш раппорт. Вот, и так далее. Одну пропускаем, со следующей вывязываем.
Так, и теперь вот смотрите, здесь у нас получается остается 2, здесь мы не пропускаем, то есть 3 последние мы вяжем в каждую дырочку, чтобы сделать наш капюшон сзади объемным. То есть смотрите, половинка 1, 2, 3, 4, 5 мы делаем через одну, потом 3 в каждую. Так, мы приблизились, видите, вот они три в каждую, мы приблизились к нашему стыку. И отсюда приблизительно мы тоже пытаемся провязать два рапорта, чтобы сформировать наш капюшон. Вот куда у вас крючок запихнется, оттуда и вывяжите. Видите, вот как бы из спиночки у меня получилось 2, здесь 3. Теперь с левой полочки я тоже вывязываю 3, а потом 5,5 через одну. То есть 3 в каждую и теперь через одну. Вот смотрите, вот по сути прямая линия, по которой я набрала эти петли, то есть здесь я сделала тоже 5 рапортов с половиной, как бы вот эта боковушечка, краешек, он у нас половичный, и здесь 3, 2, 3, то есть здесь немножечко у нас компактнее, ну по итогу это все-таки прямоугольник. И продолжаем наше вязание вверх по узору, нашим узором. Так, смотрим, девчонки, вот вырисовался наш 6-й прямоугольник. Вот я его расписала на листке. Всего набрали мы, как бы начали вязание с 19 рапорта. Вот то, что я показывала, это приблизительно, девчонки, извините, 40 сантиметров здесь, не 50, 40 сантиметров. Так, 40 сантиметров, высота 33 рапорта, 35 сантиметров, вот она. Теперь лицевая сторона определяем по этому шву и складываем вовнутрь. Вот в сложенном состоянии это пока выглядит вот так вот смешно, но на самом деле оно потом все будет доделываться, не пугаемся. Сложили вдвое, сейчас сошьем этот капюшон, мы сшивать будем вот таким вот образом. Захватили обе стороны, 3 воздушные петли вот тут вот между рапортами, и снова 2 воздушные петли вот дырочку, 2 воздушные петли между ними. Закончила сшивать, вот он наш капюшончик, заготовочка. Теперь что я сделаю далее, вот зафиксируем эту схему, девчонки. Теперь я пришью рукава, вот где у меня шовчик, видите. Я вот этой стороной, где у меня ряд столбиков, вот так напополам разделила и от шва налево и направо нашила рукавчик, вот так вот, и сошью боковой шов, нашью рукав, сошью боковой шов и далее продолжим. Так, смотрите, я сшила, да, сшила, пришила я рукава, вот смотрите,
И сшила боковые швы. Сшивала крючком, девчонки. Мне так проще почему-то, чем иглой. И теперь по краю, вот по капюшону и по полочкам, начиная с правой полочки. Вот смотри. Ой. Ну да, правая у меня. Начиная с правой полочки снизу, я поднимаюсь вверх этим нашим основным узором. Через одну как бы дырочку, через один ряд, так как мы вязали в начале капюшона, этим узором продвигаюсь вверх по капюшону и по левой полочке. То есть начала я с правой полочки, продвигаюсь по полочке. Вот он капюшон, по капюшону и заканчиваю второй полочкой. То есть по всему ободочку. И вяжу планку. Остался у меня моток ниток. И вяжу я, потом вам скажу, вот свяжу и скажу, сколько на планку у меня ушло и сколько рядов. Вот, мои хорошие, видите, из мотка ниток у меня получилась планка, вот она. Ее будет хорошо видно на фотографии. Из 10 рядов. Вот, всего на кардиган у меня ушло 7 мотков, 700 граммов. Ну и, соответственно, как он выглядит, вы видите на фотографиях, либо на видео коротеньком, которое я сняла. Вот так вот, мои хорошие, я считаю, очень простой. Я считаю, это очень легко и просто. Смотрится шикарно за счет того, за счет узора и за счет вот этих вот ниток. Все, мои хорошие, вот такой вот кардиганчик у меня получился. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока. Вяжите, носите, радуйтесь и радуйте меня своими изделиями. Я хочу их видеть, поэтому все выкладывайте в Инстаграме, ВКонтакте с хэштегом «Вяжем с Викой». Все, всем пока-пока.